представляю клуб директоров Николаевский. Вопрос кадров для наших, даже среднего бизнеса, стоит очень остро. И поэтому этот вопрос в последнее время у нас тоже очень активно обсуждается. Я вот хочу просто процитировать одного из своих коллег из клуба, который сказал очень правильную фразу. Он сказал, что наша норма прибыли не позволяет нам оплачивать высококвалифицированных специалистов. Это проблема украинского бизнеса, поймите, да? То есть реально специалист правильно, хороший, он имеет большой опыт, он много учился, он дорого стоит. Поэтому мы не можем со своей нормой прибыли его оплачивать. Это факт. Понимаете? Вот есть такая проблема. Вторая проблема, как я вижу вот здесь, как с производством. Дело в том, что я боюсь, что высококвалифицированные кадры, начиная с 16 года, уже уехали. То есть, и второй момент. Никогда безвиз на них не влиял. Знаете, когда мой сын когда-то подавал, приехав из Франции, ну так, чисто, как квалифицированный специалист, знающий язык, как бы строитель, заметьте, ну, пришло штук 5, по-моему, из-за рубежа, значит, различных приглашений. То есть вопрос виз здесь не стоит для квалифицированных специалистов. Но они уже все уехали, фактически. Поэтому и второй, и третий момент. Понимаете, последний год-два я вижу не экономическую миграцию. Я вижу галимое беженство. Если завтра объявят мобилизацию, у нас будет, да, бросок за границу. Как уже было. Не дай бог какое обострение, где в любую сторону. Будет массовый бросок за границу. Это уже не экономическая миграция, понимаете? Это люди-беженцы.